Шоу «Сколько стоит?». Участники должны предположить, что это за товар и для чего он нужен. А главное, угадать его стоимость. Кто был ближе, тот получает балл. Привет-привет-привет-привет. Всем привет. Меня зовут Женя. Я испытатель. Работаю на заводе. Всем привет. Меня зовут Саша. Я его брат-близнец. Фрилансер. Я работаю в ивент-сфере. Веду мероприятия, пишу сценарий и как-то так. Но я пока в шоке, потому что на заводе... Да. И клоун. Я Руслан Мухтаров, стендап-комик. Сегодня мы будем угадывать товары и сколько они стоят. Удачи ребятам, мне ничего не надо, я буду кайфовать. Все. О, оплов принесут. Короче, я отвечаю, я вот это умею играть, вот это я его найду. Ты удивил, сейчас просто. А ты умеешь там играть, кстати говоря? О, прикольно. Мне стыдно, я не знаю, хотя я выгляжу так, что у меня на телефоне есть эта игра. Откуда ты знаешь? 2-2. Куш. Нужно убрать по две фигурки. Он придумает на ходу, да? Куш, хорошо, давай, смотри, куш, смотри, смотри. Хаш, все. Куш, хаш, давай, давай. Погоди, я тоже так умею. Киш-миш, давай. Кэш, 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 забирай все, все, кэш. Короче, это стоит, нарды такие, ну, они ручной работы, они покрашены, типа, залакированные. Такие нарды стоят, мне кажется, я, ну, по ценникам, 2222 рубля. Я думаю, что цена этой вещи 5005 рублей. И у меня в этой передаче только один друг. Один друг, да. Так, давай, братан, давай. 5500. Спасибо. 5500. Ну, парни, я победил. 536 рублей. Это я чихнул сейчас так. Ага. Нарды средние 1449 рублей. Ребята, спасибо! Мы вообще как-то... Не, ну как это? Подожди, они крутые! We are the champions! Ого! О, кстати, Слушай, а отверстие для монеток, по-моему, да? Это копилка? Ну, что-то это как-то... Да, девчачья копилка какая-то. Девчачья. Да смотри, она с зеркалом, она типа... типа, она, видишь, она со стеклом. Чтобы видеть, сколько ты не накопишь или что? Это коробочка фокусника, ребята. Короче, это тема для фокусников. Вот, я уверен на 100%. Ты типа показываешь, что есть вот такая типа шкатулка, бла-бла-бла. Запихиваешь туда типа монетку. Я готов вынести диагноз этой копилки. За эту Made in China фокусную копилку я дал бы не больше 800 рублей. 800? Ровно 800. Вот не больше. 650 рублей. Моя финальная цена. 550. 550, 650 и 800? 800 рублей. Копилка «Исчезающие монеты». 66 рублей. Чего? Чего? Серьезно? 66 Слушай, рублей? Слушай, это два доширака. Камон, доширак дороже стоит даже сейчас. Слушай, но это Малевич. Есть Малевич. У нас гимн Альберт. Альберт Малевич. Короче, это Мольберт. Цена ему. Альберт Мольберт. Цена ему 200 рублей. Слушай, в свете последних событий я бы не был такой... Слушай, ну за Малевича я скажу, что это стоит 300 рублей. 450. Малевич, мольберт настольный, 599 рублей. У кого балл? У меня балл. Руслан, поздравляю. Да. Камон, я не люблю проигрывать просто. Ой, даже не знаю. Даже не знаю, что это, ребята. Слушай, а это безопасный дартс какой-то. Цена, наверное, у него 1555 рублей. Я хоть не верю, конечно, своим сейчас словам. Здесь написано England. Вот, quality. Вот. Английское качество. Мутко мой teacher. Вот. Так, проводочков много. Проводочков. Колоночка, типа колоночка. Дайте 2250. 2250. 2250. Я даю 1998 рублей. Угу. Электронная мишень для дартса Heroes. 2369 рублей. Я не хочу тебя поздравлять, Руслан. Ты просто более опытный в силу своего возраста. Неожиданно, неожиданно. Смотрите, учитесь, салаги. Дудка, ты играешь на конце? Да ладно. Угу. Я думал, что это наконечник для копья. Ну, как думаешь, сколько такая штука стоит?
Почему вы? Давайте, ребят, вы выбрали. Это косарь. Максимум косарь. Максимум косарь? Да. 1000 рублей, 999, если быть точным. 999 рублей цена косарь. Для слушай, этой штуки. 999. Мне кажется, это ручная работа какая-то. Это явно не заводское, поэтому это не меньше, чем 1500. Я бы дал за это 1500. Давайте 1600. 1600, угу. Полторы и косарь, да? Да. Флейта из глины 1120 рублей. Я бы все равно красава, проиграл, потому что я думал 1300. Я победил. Я победил. Ручная работа. Я серьезно не знаю, что это. Вы сейчас будете меня судить, но это для ногтей. Видишь, ты засовываешь сюда палец, в смысле, и чистишь вот так ногти. А то, что тут вязание, это шлем. Для ногтей. Это VR. Это электроника, реально, из электроника. Смотри, а это сломаю сейчас. Слушай, это виртуальная реальность, которая параллельно вяжет на тебя шапку, по-моему. Деревенский дурачок такой, типа, я робокоп. Картотека бандитов. Слайды, да, которые раньше показывали. Ставьте сериал «Улица разбитых фонарей». Андрюха, у нас криминал, возможно. Давайте так, корни мочи, это что-то для вязания. Да, я согласен. Сколько для вязания, но мне кажется, она недорогая, типа. Руслан просто делает вид, что не любит вязать. На самом деле дома у него лапти. 1890. Я скажу 2000. 2000. Вот за это аппарат для вязания. 1849. А че вы как крыса? А мы учимся, Мельница для вязания Макси. 4599 рублей. I'm in love with the cool. Хитрожоп. Так, держи. Так. Нет, держи. Держу. И я держу, да? Держи. Да. Просто люблю управлять людьми. Вот эта штука стоит, ну, я не знаю, допустим, 1500 рублей. Мне кажется, это адекватная цена для красно-синей груши. Там, братан, тебя на рынке обвесит вообще. Это огромное. Для красно-синей груши это адекватная цена. Кстати, такое бывает. Так, где мой снилс? Либо это мега дешево, потому что там песок и кожа и веревка. Все, больше нет ни хрена. Либо это типа супер какой-то... Короче, 2000, все. Сейчас по-любому скажу неправильно. 1200. Боксерская груша УФСИ. 709 рублей. Я же говорил, что она 800 рублей стоит. Поздравляю. Он искренне говорит, проиграешь. Это знаешь, что я такой наблюдатель. Вы такие, Ну, цена 4599. 4599 цена. 4599. Руслан. 5300. Угу. 6250. Подождите тогда. 5600, ладно. 5600. А я 4599, да, сказал? И 6200. Да, супер. Хоккей настольный Стэнли Кап. 5950 рублей. Красава. Эх, надо было. Красава, Руслан. Ну ты пытался. Руслан, с победой! Поздравляем! Ты молодец. Ты нет. Подписывайтесь на канал. Обязательно жмите колокольчик, оставляйте комментарии. Мы все очень рады вас Будьте видеть. Будьте счастливы. И мы тоже счастливы. Шоу «Сколько стоит»? Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте пальцы вверх и пишите комментарии.